Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Качества этого человека усиливаются или сглаживаются в зависимости от месяца рождения. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Экстравагантность и отсутствие внимания к общественному мнению может ударить по репутации в будущем. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Значение буквы «Ч» в имени символизирует чувство долга, верность принципам, заботливое отношение к окружающим. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Звук «Ч» в имени благоприятно воздействует на подсознание. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Обладатели имени с буквой «Ч» отличают сильную связь с близкими людьми. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Они щедры и благородны, готовы всегда прийти на помощь униженным и оскорбленным. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.